Ученица видновской школы номер один Милена Усикова этого события ждала с нетерпением. Говорит, паспорт открывает новые возможности. Глобальных планов на будущее пока не строит. Увлекается естествознанием, историей, пишет картины, но очень хочет путешествовать и узнавать мир. Хочется добиться всего лучшего, конечно. Желать всем лучшего, чтобы во всем мире царила радость, во всем мире был мир. Милене и другим молодым людям выпала возможность получить свой первый, самый важный документ в торжественной обстановке. С одной стороны, вы, конечно, еще юны, вы еще дочери, сыновья своих родителей. Дай Бог сохранить вот это ощущение присутствия родителей в вашей жизни как можно дальше. С другой стороны, паспорт, вы становитесь чуть-чуть взрослее, чуть-чуть больше ответственности, чуть-чуть больше, наверное, каких-то возможностей. По-моему, даже карточку можно банковскую иметь, привязанную к родительской. Вместе с ребятами этот трепетный момент разделили и их родители. Это очень важный такой день, и очень радостный, и одновременно грустный, что дочка такая взрослая уже. Желаю ей успехов в развитии, в росте и вообще в жизни. Поздравляю. Выдавать паспорта в торжественной обстановке стало традицией. Получить документ из рук главы округа для школьников – особая честь. Я очень рада, что у меня была такая возможность, потому что не все так могли. Вот. Поэтому я очень счастлива, конечно. Впереди у ребят новый учебный год, который они начнут в новом статусе. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого.